пойдем туда, наверное, через мостик. Пойдем через мостик. Вот две наши спортсменки занимаются, оказывается, каждый день. Каждый день, оказывается, занимаются. Вот это ваше темпо или вы быстрее вообще ходите бегать? Ну, мы иногда немножко быстрее. Ага, немножко быстрее. Бегать уже не можем, да. Ну, вы все равно выглядите очень спортивно. Очень спортивно вы выглядите. Зо, еще пару вопросов хотела вас спросить. Пару вопросов. Ну, ну смотри, улыбаюсь, красивые, все как не может быть. Я это самое. Так а сколько вы бегаете-то? В смысле, сколько времени? Сколько времени и сколько километров в день или как, или что? Мы с января месяца. Мы где-то по часу. В зиму, в снег, плохая погода, мы все равно ходили. Вот это да. А теперь, когда дождь, мы дома сидим. Но вы обои же теперь пенсионер, да? Ну да, конечно. Мы пенсионеры, мы это где-то от часу до двух, в зависимости от времени. Да. От 5 до 10 километров. Да. Води дают, а, молодцы. Ну, это же интересно. И летом мы ходим по красивым местам, по лесу, иногда вот здесь проходим, в общем, по каналу. Видим иногда то, что мы не видели еще вообще. О, да. А этот, я видел, у вас хенди, без хенди не обходится. Там какой-то эп есть, и там что, ваши километры все пишутся? Да, сколько шаги там считают, километры ага считают. Ну-ка, ну-ка, расскажи, что там, что там считать? Вот эп. Ну-ну, так, вот так. Он, это, и вот тут каждый день, вот сейчас мы прошли уже 2,8 километра. И здесь показывает этот калорий, 159 калорий. Ага. И он у нас каждый день фиксируется. Но вы за калориями следите? Мы сначала это начали ходить, чтобы похудеть. О! А потом уже для здоровья просто втянулись и решили как-то. Ну, респект, молодцы. Один ну, другому это звонит. Красавицы молодые, я вас не хочу задерживать. Вы можете продолжить свою прогулку. Спасибо за короткий комментарий. И это самое. Я, оставайтесь здоровыми. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Я, хорошо. Всем, всем, всем здоровья. Да, это самое главное. Хорошо. Да. Ваше давайте темпо, ваше темпо. Пока. Я наша немножко темпо посмотрю ваше темпо. Молодцы, молодцы.